Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите выпуск новостей международной группы компании Skyway. В эфире первый в 2016 году выпуск новостей. Мы, как и обещали, держим вас в курсе всех ключевых событий в жизни нашей организации. Напоминаем, что одним из самых главных принципов работы международной группы компании Skyway является максимальная открытость, чтобы все, что мы делаем, было максимально понятно. Мы к этому всегда стремимся и поэтому отвечаем на любые вопросы, которые поступают от вас, наши дорогие партнеры. И вот одним из наиболее часто повторяющихся вопросов является такой: почему каждый свой репортаж я заканчиваю словами «Строй Skyway, спасай планету». Сегодня мы постараемся дать исчерпывающий ответ на этот вопрос. Цели и задачи проекта Skyway берут свои истоки в истории создания этой технологии около 50 лет назад, в далеком советском прошлом. Еще школьником, живя в Джасказгане возле Байконура, Анатолий Юницкий, увлекшись ракетным моделированием, понял недостатки ракеты-носителя. Коэффициент полезного действия у него менее 1%, в то время как у современного паровоза КПД 15%. Каждый запуск ракеты пробивает дыру в озоновом слое планеты размером с Францию. Мощность двигателей тяжелой ракеты – 100 миллионов лошадиных сил. При этом вся эта мощь выбрасывается в чрезвычайно уязвимом озоновом слое планеты в виде химически активного пламени, имеющего скорость истечения 4 км в секунду. Заметим, что скорость самой быстрой пули в 5 раз ниже. При температуре 4000 градусов, а температура плавления стали в 3 раза ниже. Биосфера неизбежно и неотвратимо будет уничтожена техносферой, которую создает на планете и развивает наша бурно растущая технократическая цивилизация. Никому не удастся в будущем отсидеться где-нибудь на Лазурном берегу или на частном острове в океане. Нам осталось 3-4 поколения, то есть 60-80 лет до точки невозврата, когда конец нашей цивилизации станет очевидным и ощутимым всеми. Наш будущий генеральный конструктор нашел техническое решение неракетной индустриализации космоса, стал членом Федерации космонавтики СССР, организовал и провел первую международную конференцию по безракетному освоению космоса, опубликовал ряд научных работ и монографий. Госкино СССР даже сняло об этом 30-минутный научно-популярный фильм «В небо на колесе», который демонстрировался на экранах СССР и за рубежом еще более четверти века назад, в 1989 году. Он также понял, что ракета – это всего лишь транспортное средство, которое не обеспечит создание космической индустрии будущего и спасение биосферы. Ну, смотрите, я в советское время, правда, у меня были из-за этого неприятности, я сравнил ракету с телегой. Я абсолютно правильно сравнил. Я, когда вот придумал это космическое транспортное средство, небо на колесе, да, общепланетное транспортное средство, я стал серьезно анализировать ракету. Все восхищались достижениями ракетно-космической техники, достижениями космической, как бы, отрасли Советского Союза. Мы же опережали тогда американцев. А я посмотрел на это с другой точки зрения. Я стал рассуждать, как ракета ведь транспорт. Она берет груз или космонавта, пассажира на Земле, доставляет на орбиту. Это транспортное средство. Я стал анализировать ракету как транспортное средство, как транспортную систему для решения неких задач. Да? И я попытался найти аналог транспорта на планете, аналог. И стал рассуждать таким образом. За 30 лет с запуска первого спутника в космос было выведено порядка 10 тысяч тонн грузов за 30 лет. Значит, в год 300 тонн. 300-400 тонн в год. На расстоянии 300 километров. Я стал искать аналог на Земле, на планете, чтобы за год 300-400 тонн перевести на 300 километров. Я нашел единственный аналог – телега и лошадь. Я стал смотреть на ракету совсем по-другому. Это телега. Гужевой транспорт. Да. Причем это достижение всего человечества сводится к производительности одной телеги. И тогда было модно рассуждение о том, что
давайте жить в космосе, давайте города вынесем, индустрию на орбиту, да? Там, я помню, города Нейла в космосе, когда там город фактически сырен, где там грунт и так далее, раскручивается центробежной силой, все это удерживает, и можно жить даже как бы в условиях Земли, но в космосе, да? Это было тогда очень популярно. Я задумался, как с помощью телеги это все сделать. И я говорю, давайте сделаем эксперимент мысленный, проведем. Уберем с планеты Земля весь транспорт. Тогда жило на планете 6 миллиардов человек, сейчас уже больше 7 миллиардов. И представим, что все потребности человечества в транспорте вот выполняет одна телега с одной лошадью. Смешно. То есть мы на 7 миллиардов человек, ну 6 миллиардов человек будут на одной телеге ездить на работу, с работы, возить руду, уголь, да, ездить на отдых, ну и так далее. Это смешно. Но так, зато здесь есть один плюс. Озоновый слой будет не до конца испорчен. Нет, тут я с других позиций смотрю. Поэтому я понял, что утопия ориентироваться на ракету для освоения космоса – это утопия. Это бред, это глупость. И имел неосторожность написать статью, ряд статей, это в социальных журналах СССР они вышли, где я вот как раз сравнил достижения космонавтики мировой, не СССР, мировой, с телегой и с лошадью. И тут началось. Юницкий, этот параноик из города Гомеля, инженер-параноик, посягнул на достижения советской науки и техники космической. Да мы впереди планеты всей, как он смел это вообще говорить и так далее. Как в наших роликах, почему музыку не ту дали, да? Так и здесь. Почему вдруг я сравню? Да потому что это аналог, а больше не с чем сравнивать. Всего лишь 60 запусков американских шаттлов в год могут привести к полному уничтожению озонового слоя планеты. Некоторые ракетные виды топлива, как, например, гептил у российского протона, более ядовиты, чем цианистый калий. А заправка одной такой ракеты – порядка 600 тонн топлива. Этого яда, топлива одной ракеты грузоподъемностью всего лишь 6 тонн, достаточно, чтобы убить все человечество – 7 миллиардов человек. Очевидно, что для спасения человечества этот тип транспортного средства совершенно не годится не только в силу своей низкой грузоподъемности, но также из-за своей смертельной опасности для всего живого даже в случае успешных запусков. И единственным путем перехода земной цивилизации на новую ступень развития, космическую, у которой индустрия будет вынесена за пределы Земли, является космическая программа SpaceWay, предложенная Анатолием Юницким. Где взять те огромные суммы денег, которые требуются для этого? Ответ готов. Стратегической целью программы SkyWay является создание на планете в 21 веке сети дорог Transnet протяженностью порядка 50 миллионов километров. Социально-экономический эффект для цивилизации от реализации такого масштабного и амбициозного проекта превысит 5 тысяч триллионов долларов.
А вот затем все свои лично заработанные деньги Анатолий Юницкий как раз-таки и планирует инвестировать в разработку космической программы SpaceWay, реализация которой обеспечит переход земной цивилизации на новую ступень развития. Она станет космической цивилизацией, у которой индустрия будет вынесена за пределы ее дома, планеты Земля. У нашей цивилизации, а значит и у наших внуков и правнуков, появятся безграничные возможности для дальнейшего технологического развития без конфликтов между земной биосферой, созданной Богом, и индустриальной техносферой, созданной человеком разумным. Поэтому наш девиз «Строй SkyWay! Спасай планету!» Я думаю, вам, так же, как и нам, абсолютно очевидно, почему необходимо спасать эту великолепную природу, в том числе и от глобального потепления. Присоединяйтесь к нашему проекту, подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте группы компании SkyWay. Присоединяйтесь к проекту. Давайте поможем красоте спасти мир. Строй SkyWay, спасай планету.